Друзья, всем привет! Нашей игре исполнилось 6 лет. Разработчики хотят нас с этим поздравить, но, как всегда, об этом они не знают. Мы им сегодня будем помогать в этом. В Китае появился новый ивент, и можно залутать бесплатные джекоинты, ну и плюс несколько скинов вам в коллекцию. Ну и сегодня я расскажу, как всю эту халяву можно получить. Для начала нам нужно будет немножко поколдовать с Windows'ом. Нужно будет изменить время и поставить время Пекин, Гонконг. Далее зайдем в раздел «Язык» и добавим китайский. Китайский упрощенный. Китайский язык у нас остановился, теперь нам нужно поменять интерфейс системы. Как вернуть Windows обратно на русский, расскажу в конце видео. Ну и так, что мы сделали? Мы изменили время, ну и поставили интерфейс Windows на китайском языке. И теперь при заходе в игру у нас появляется баннер, который нас будет и переадресовывать на сайт, где нам будет предлагать забрать халяву. Если этот баннер не нашли, можно зайти в раздел «Новости». Он будет также отображаться. Сразу скажу, что все это делаю на Steam-версии, не зная, будет ли работать в Epic Game. Нажимаем на баннер, и у нас открывается сайт. Похожий ивент уже был у нас. И это хорошо, что он появился вновь в игре. В чем заключается суть? Вы, проделав все манипуляции, просто находитесь в игре. И получаете за это поинты. Пройдя 30 минут в игре, вы получите 10 поинтов, соответственно 60, 20 поинтов, далее 30, 50 и 70. Ниже в меню сайта вы видите шлемы, соответственно, проведя в игре 150 минут, можно будет нажать на эту картинку, и вам отправятся в игру кейсы. Кейсы с бесплатными джекоинтами. Джекоинты временные и даются всего лишь на 30 дней, но куда их применить, я думаю, вы придумаете самостоятельно. Я провел 150 минут в игре, нажал на шлем, и 6 кейсов отправились мне в инвентарь. В каждом кейсе находится примерно 30 джекоинтов. Ну а теперь по второй части нашего ивента, нам нужно будет находиться в игре определенное время. То есть, проиграв 150 минут, мы сможем забрать вот эти кроссовочки, ну либо перчатки. Набрав 200 минут, уже сможем забрать шорты. Худи можно будет забрать, если отыграете 400 минут. Ну и красную кофточку также. В верхней части сайта вы видите уже другие скины. Эти скины даются в определенном количестве, по-моему, около 500 штук в день на всех пользователей PlayRandom Battleground. Соответственно, чтобы забрать платье, самое первое в верхнем левом углу, нужно отыграть 1000 минут. И успеть при этом зайти в игру и прожать кнопочку. Желтые кофты, но и платье у нас в ограниченном количестве, но я думаю, нижние скины вы сможете забрать все. Ну и последний ивент, в котором мы успеем поучаствовать, это приглашение друга. Если честно, до конца не понял, как она работает, но смысл такой, что когда вы переходите на эту страницу, вам дается промокод. Передав этот промокод своему другу, он должен также перейти на этот сайт, нажав на баннер в игре, ввести его, и тогда вы получите определенный кейс. Как я понял, ваш друг должен быть либо новым игроком, либо подзабивший на PUBG и вновь вернувшийся. При этом он должен отыграть в игре минимум 30 минут, чтобы ввести ваш код. Я создал новый аккаунт, ввел код, отыграл в игре 30 минут, у меня ничего не получилось. Но если у вас получилось залутать эту часть ивента, то напишите, что я сделал не так. Будем этот вопрос решать вместе. Ну а на этом видео заканчивается, ну а я с вами буду прощаться, с вас как всегда. Лайк, подписка, комментарий. Всего вам доброго, друзья. До свидания.